Итак, нам понадобится 130 грамм творога 5%, 45 грамм рисовой муки. Так, добавим щепотку разрыхлителя и одно яйцо. Будем отделять желток от белка. У меня такое приспособление. Добавляем сюда белок, а желток оставляем. Желток нам еще понадобится. И все. А, немножко посолить. Берем формочку для запекания и будем закрывать бумагой. Немножко. Со мной. Пару капелек маслица. И с этой массы будем формировать лодочку. Вот такая вот красивая лодочка отправляется в духовку. Духовку мы заранее разогрели до 180 градусов на 20 минут. Добавляю яйцо, желток и посыпаю сыром, 20 грамм сыра. И отправляю в духовку еще на пару минут, чтобы наш сыр расплавился.